Всем привет! Это первое татарское новостное шоу в интернете, которое называется «Татары Тудей». Меня зовут Айнур Ахметов. Ну что ж, начнем. Everybody! В этом шоу мы рассказываем о самых интересных новостях из татарского мира, о татарских известных личностях и каких-то других событиях. Итак, первая новость на сегодня. В Казани в июле прошел фестиваль, который называется «Дни татарской молодежи». Туда приехали татары, татарская молодежь со всей России. И было, говорят, очень круто. Из примечательного. Именно на этом фестивале перепели две известные песни. Это «Якутяночка», которая стала татарочкой. И известная песня «Пати Мейкер». Ну а скоро, с 4 по 7 августа, пройдет Всемирный форум татарской молодежи. Туда съедутся татары не только со всей России и СНГ, но и со всего мира. Приедут татары с Северной Америки, с каких-то дальних азиатских уголков. В общем, мы тоже там будем, встретимся, подходите, познакомимся. Спортивная новость. Марат Сафин первым из россиян внесен в аллею славы. Не просто аллею славы, а в теннисную аллею славы. Кроме того, конечно же, мы все знаем то, что Марат Сафин и Аида Гарифуллина объявили о том, что они ждут ребенка. И мы очень рады, потому что это на данный момент самые известные, пожалуй, самая известная татарская пара. И они нам подают большой пример, чтобы остальные татары тоже начали встречаться с татарочками, а татарочки с татарами. И завести детей, конечно, тоже бы стоило. В Инстаграме вовсю идет татарский флешмоб, который называется «Йоратхан Жирам». Его проводит известный татарский блогер, который говорит, что он первый, и мы согласны. Его зовут Тота Армалай. Итак, вот несколько популярных роликов. Мы поддерживаем это, мы хотим, чтобы татарских таких вот флешмобов было больше. Потому что интернет – это такая платформа, которой пользуется весь мир, и для татарской культуры, конечно же, он несет огромную пользу. Также стоит отметить сеть татарской выпечки и татарского фастфуда «Тюбетей». Или «Тюбетей». Или «Тюбетей». Ребята активно продвигаются, много точек. И это очень здорово, потому что, опять-таки, это какие-то новые формы выражения татарской культуры и татарской выпечки, татарской кухни. И мы также это приветствуем. Мы хотим, чтобы другие татарские бизнесмены, да, которые татары по происхождению занимаются бизнесом, мы хотели бы, чтобы они взяли пример и делали еще больше каких-то татарских вещей. Вовсю проходит Сабантуй. В Новгороде прошел федеральный Сабантуй и недавно прошел Сабантуй в Лондоне. Эльмира Калимуллина в одном из проектов споет вместе с Робби Уильямсом. Друзья, на этом татарские новости закончились. Встретимся через неделю. И ровно уже через неделю мы будем выпускать два видео. Одно будет выходить на татарском языке, а другое на русском. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всего хорошего. Everybody!